Собрать хороший урожай и сохранить его. Жатва на Сморгонщине набирает темпы. Подробнее в репортаже корреспондентов ОКС ТВ. В Сморгонском районе полным ходом идет уборочная кампания. Аграрии уверенно двигаются к главной цели – собрать урожай без потерь, ведь каждый из них в ответе за продуктовую безопасность страны. Здесь один за всех и все за одного. На минувшей неделе лучших из лучших чествовали прямо на их рабочих местах – в полях. 3 августа вручить грамоты и ценные подарки труженикам сельскохозяйственной Нивы приехали председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шила, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк, а также председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Виталий Ивашко. Уборочная идет слаженно, хорошо, и мы видим, что есть желание у тружеников села работать. Приехали поддержать их, сказать слова благодарности за их непростой труд, за то, что они вкладывают его в ту продовольственную копилку всей страны, для того, чтобы и на столе было, и чтобы были сыты и наши жители страны, и на экспорт мы продаем сельхозпродукцию, здоровье, благополучие, ну и хорошей погоды, и хороших результатов их труда. Уборка нон-стоп. Объемы немалые, но все по силу, с уверенностью говорит Станислав Станиславович. Надо работать, надо трудиться, и результаты будут хорошие достигаться, делится секретом Станислав Плоский. 10-й сезон на этом комбайне. Ну, а так, помощником комбайна, ну, под лет 20, наверное, берется. Ну, планы. Погода стала убрать нормально. Надо аккуратно убирать, надо тихо ходить, надо чисто убирать, как потерь не было. Что больше всего вам нравится? Так сыпется зерно. Так и дети, комбайн нормально не ломается. Вот. Никаких проблем, ни ремонта, ничего. Как погода стоит. Комбайн ваш главный помощник? Ну, конечно. Таких помощников не найдешь. Серьезно. Не говорить ничего. Все то же самое понимаешь, что и я. Вот, все чуете, все чувствуете. Отрадно, что участие в уборке принимает и молодежь, которая усердно трудится и добивается высоких результатов. Так Вероника Ковалевская исполнила свою детскую мечту и помогает своему отцу, Бровко Святославу. В момент работаю помощником комбайнера с папом, у нас семейный экипаж. Об этом мечтала всю жизнь, потому что выросла в тракторах, потом комбайны, потом амкадоры, все это вместе. Очень рада, что взяли, потому что думала, не возьмут девушка. Было сложно, там и физическая работа. Работа такая, но если что-то очень сложное, помогают мужчины. Ты едешь, и ты чувствуешь, что ты нужен и стране, и колхозу своему, и это очень приятно. 4 августа в пятницу передовиков поздравляли председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Харужик и первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Медведскас. Глава района подчеркнул, что к жатве были готовы и люди, и техника, а значит, что при благоприятной погоде можно рассчитывать на достойный урожай. В этом году, конечно, мы прибавили зерноуборочным комбайнах в парке. На сегодняшний день работает на полях 72 комбайна, плюс 5 к уровню прошлого года. Это снизило нагрузку. Если у нас раньше было там больше 300 гектаров нагрузка на один комбайн, то на сегодняшний день 261 гектар. На сегодняшний день в районе убрано больше 25%. Урожайность именно зерновых чуть выше 36 центнеров с гектара. Погоду в поле делают именно люди. Ведь от их боевого настроения зависит многое, утверждает Михаил Александрович. Я уже здесь работаю как уже 6 лет. Здесь в сельском хозяйстве этом. На комбайне 6 лет тоже. Как сразу пришел и получил комбайн, работаю. Ну, мне нравится, как он прямо лачит все это. Как срезает, как идет весь процесс, как зерно сыпется в бункер. Это вот этот самый интересный процесс. Нравятся мне поля наши, Сморгонские, вообще района Сморгонского. Сморгонский район вообще замечательный. Очень приятно за первое место по тоннам, за награды. Наш труд носит огромный вклад Сморгонскому району и всей Белоруссии. В круглосуточную работу включились и сушильные комплексы. Труд операторов неоценим. Работаю сварщиком уже 12 лет. На сушилке тоже работаю уже с 2011 года. Каждый сезон здесь. Уборка для меня, знаю, это помочь руководству, помочь своему предприятию достичь высот.
затягивает запах уборочного зерна. Очень приятно, что меня вознаграждают, и быть всегда лучшим тоже быть приятно. И сам себе доказываю, что могу быть лучшим. Прекрасным дополнением к поздравлениям стали музыкальные номера, подготовленные работниками культуры. Теперь главное, чтобы погода была по-настоящему летней, теплой, солнечной и без дождей.